30 дней кино и сериалов за 0 рублей в приложении Кинопоиск на Smart TV. Ищите промокод на подписку в описании и наслаждайтесь просмотром. В предыдущих сериях The Long Drive я устроил охоту на летающую тарелку. Как следует подготовился, собрался с мыслями. И когда она появилась, я абсолютно без паники. Стоп, летит! Вообще ноль паники у меня было, честно. Но мощностей моего оружия не хватило, и тарелка улетела. А после я нашел зачетный прицеп, куда закинул своих друзей, тайком перевез их через границу, и мы попали в новый биом, где трава зеленее, дороги кривее, и выживать будет тяжелее. Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами снова играем The Long Drive, и у нас новый биом, вы представьте только себе. Посмотрите, земля стала не такой коричневой, она теперь чуть-чуть зеленее. Не совсем зеленая, конечно, но скоро. Видите, уже травка растет. Мы едем туда, где сама жизнь процветает. И везем с собой просто полный цех трупов. Потому что не должно быть только жизни, нужно соблюдать баланс. Поэтому я немножечко смерти с собой принесу. Почему мы так хреново едем? 20 миль в час, что-то нам мешает явно. Видимо, это горочка была. Окей, мы все помним про план, который я придумал, чтобы поймать летающую тарелку. Ведь эта идея все еще меня не оставляет в покое. Как только мы увидим, что она появится, мы тормозим, прыгаем об автобус очень высоко и попытаемся запрыгнуть на нее. Либо просто будем стрелять сверху прямо в пилота. А еще я наконец-таки хочу найти новый автомобиль. Надеюсь, в этой серии у нас это получится. Потому что автобус это классно, это просторно, но очень медленно. А вот и домишко впереди. А, да, еще смотрите, у нас теперь у Сары две руки и три ноги. Все как у обычных людей. В моем мире такие люди живут. Мой мир. Это напомнило мне о моей маленькой мечте еще со времен Стрэнда Дипа, когда я мечтал о том, чтобы у меня было свое некое подобие Диснейленда, только с моими персонажами. Юджин Лэнд. И моя маленькая мечта осуществилась. В прямом смысле почти что. Посмотрите на это. Это же мой маленький, собственно, Юджин Лэнд. И у каждого из вас есть возможность приобрести билетик в этот прекрасный парк развлечений. Который Бусти. В нем обитают все мои великие персонажи, которые когда-либо вы видели в моих видосах. И они все уже как будто живут своей жизнью. И вместе с ними там обитаю и я. И у меня для вас очень много крутого эксклюзивного контента. Например, фото и видео со съемок моих короткометражных фильмов, которые я делаю для зарубежной аудитории. Те самые, что я никогда не буду анонсировать и публиковать на своем основном канале, но у вас будет возможность посмотреть эти видосы. Более того, вы увидите, как я пишу сценарии, рисую раскадровки, готовлюсь к съемкам, готовлюсь к роли, режиссирую. В общем, весь процесс вам будет доступен. Также у вас будет ранний доступ к моим самым сочным и прекрасным летсплеям. Вы увидите, как я рисую превью, как я снимаю их. Какой у меня сет? Нет, я вам не покажу, он ужасен. Но если донат вкинешь, покажу. И этот Бусти не просто еще одна моя соцсеть. Это также и средство самовыражения для всех в доску своих. Поскольку большая часть контента на этом Бусти производится именно ими. Это и прикольные фанфики с участием моих персонажей. И визуальные новеллы, комиксы и многое другое. Поэтому теперь у вас наконец-таки есть возможность поддержать этот канал, все мои проекты и наше комьюнити в целом. Вам лишь достаточно выбрать понравившийся уровень подписки по доступной цене. Поэтому все переходите по ссылке в описании на Boosty. И не забывайте, что вы можете также подписаться на бесплатное обновление, нажав кнопку «Отслеживать». Для вас тоже будет контент. И, друзья, огромное всем спасибо вам за поддержку. Это поможет мне не только продолжать работать над этим каналом, но и также развиваться в других направлениях, реализовывать свои мечты и радовать вас новым крутым контентом. Спасибо всем большое. Ну а мы продолжаем наше путешествие. Это очень просторный домик. К сожалению, тут нет машины, я уже сразу вижу. Но давайте погодите, машина какая-то стоит, и чувак стоит. Ну чё, давайте глуши мотор. Ой, неприятный чувак. Ты где? Я здесь. Из темноты сейчас нападу на него. Оп! Есть. Итак, у нас новый пассажир. Что? Что? Что это такое, Билли? Я тебя спрашиваю, что это такое? Где мой чертов прицеп? Он остался там? Это глюк? Это бага, он не прогрузился? Я должен вернуться, буду за ним. Включаем день и давайте посмотрим, где прицеп. Как далеко он остался. Я его даже не вижу отсюда. Стоп.
Я знаю, как увидеть. Бинокль, покажи мне, пожалуйста, что-нибудь. Вот дорога, по которой мы ехали. Офигеть, какой мы путь проделали. С одной стороны, кажется, что как будто бы не очень далеко мы и уехали. Прицеп где-то там. Ладненько, давайте сейчас быстренько пошарим здесь и потом поедем обратно. 1,4 литра бензина, масло. У нас его просто до хрена. Машина. Не знаю. Надо ли мне все это? Вся пустая. Говно. Здесь у нас что? Сара! Еще одна! Я уже полностью покорил первую женщину. Теперь мне нужна вторая. Вот твоя новая подружка. Теперь они лежат в позе 69. Ну, потому что хотят подружиться. Что здесь есть? Дайте. Губка! Может быть, губкой можно колпаки очистить? Нет. Ладно, пусть здесь лежит. Потом пригодится еще. И еще одна губка на крыше. Окей, быстренько поехали за нашими друзьями. Евгений своих не бросает. Это меня, как правило, бросают. Так впадло уехать, вы бы знали. Ладно, сейчас горочка вниз. Мы ускоримся. Стоп, что это? Черт, это камень, это не прицеп. Слушайте, а если это горочка, а он даже не на ручнике? Он, наверное, покатился туда очень далеко вниз. Вон он стоит, ты мой сладенький. Стоит, коптится на солнце, а чего ты дымишься? Он продолжает себе ехать. Ты смотри, какой ты фривольный. А ну встал. Оп, рука. Тихо. Слышь, стоять. О, нога Билли торчит. Как вы там? Все на месте, и бочки мои здесь. Ой, как хорошо, что я вернулся. Тут же все мои припасы, самые важные. Теперь надо как-то его грамотно подтолкнуть, потому что мне очень тяжело. Снимаем с ручника. Он пытается катиться, а мы такие раз. Поехал вперед. Нет! Аккуратнее, автобус. Никаких движений назад, друзья. Мы только вперед должны ехать. Да, я понимаю, это страшно. Вы привыкли к пустыне, к кактусам. Теперь, наверное, давайте подтолкнем чуть автобус. Тихо. Давай, подъезжай. Что ты? Куда ты? Толкнул его! Еще раз. Все, врезался, встал, умница. Осталось совсем чуть-чуть. Присоединить? Он присоединился. Ба! Как так? Как это так повлияло? Куда вы летите, пернатые мои друзья? Нет, держитесь! Ай, шалуны вы мои. Ладно, сейчас мы все это исправим. Фух, тяжелый Билли. Почему такой тяжелый? Если за голову брать, то он гораздо легче. Если ты жопу наел свою, все домой идут, понятно? Ваш дом теперь здесь. Когда я вот так вот телами набиваю свой прицеп, я себя чувствую джиперс-криперсом. Если кто, конечно, смотрел этот фильм когда-нибудь. А я вот есть. Я чувствую страх. Ай, меня он привлекает. О, блин, я вспоминаю этот фильм. В свое время, в молодости, он мне очень много кошмаров причинил. То есть реально очень часто снились сны, где он за мной охотится. Как-то жутко было жить. Но я уже взрослый. А значит, мне больше ничего не страшно. Итак, мы всех взяли. Ну разве не классно? Разве я не классный друг, самый лучший в мире? Я вернулся за своими, никогда не брошу. Не такой уж и большой крюк мы сделали. А, у нас новая проблема. Мы голодны, хотим пить, хотим срать, хотим писать. Только не под автобус это делать. А где же ходить в туалет, чтобы было и безопасно, и комфортно? А я знаю куда. Ребят, подвиньтесь-ка. Только не смотрите, хорошо? Спасибо большое, друзья. Поехали дальше. Итого мы на это целый день потратили. Но это для кармы, хорошо? Я уверен, за это мне еще воздастся. Блин, черт! Воздалось! Что ж ты будешь делать? А что это упало такое? Жемчуг? Погодите, что это? Ты что? Ты фонарь? Ты фара? Отвалилось! Все. От меня колесо отвалилось, прикиньте. Ты что такое? Это выхлопная. Все окей с тобой. Блин, там что-то страшное происходит. Или нет? Или все нормально? Боже мой. И дерьмо мое выпало тоже. Ребята хотели на свежий воздух. Какая красивая картина. Нет, я против этого. Я против, чтобы вы так ехали. Но, видимо, я вас не вытащу уже. Слушай, Билли, ну, пожалуйста, отцепись. Хоть ты упрямо, Билли. На тебе говном по лицу. На тебе. Собственно, я почему врезался-то? Потому что я хотел посмотреть, нет ли летающей тарелки. Бочка опять улетела. Ой, тут нужно прям очень... Ой, ребята, страшно смотреть на вас. Тут нужно так аккуратно ехать, когда у тебя прицеп. Я не знаю, как их вытащить отсюда. Оп! Так, прыжок! Да! Нет? Почему? Почему не стреляет? А, у меня не экипировано было. Вы же прикиньте, просрал летающую тарелку снова. Ничего не знаю, поехали. А, ну все, она быстро улетела. Блин! Слушайте, я прям так хорошо близко был. И, кстати, когда я подлетал к ней, мне прямо жутко внутри стало. Потому что это же внеземной разум. Он прям с другой планеты прилетел. И меня это пугает. Какой-то уродский прицеп, посмотрите, он постоянно что-то его чморит. Ладно, у нас тут новый член, и мне плевать, что ты не хочешь. Надо ехать, дружище, надо ехать. Ты будешь единственный нормальный пассажир здесь, все, закрыли, плотно. Держитесь крепче, ребят. А мы, наконец-таки, двигаемся дальше. Я обожаю это. Вот этот звук страшный. Опа, все, они выпали. И бочки выпали. И все... Короче, пока эти черти будут здесь болтаться, я не смогу нормально вести свой груз. Я знаю как. Катаной отрубить. Ладно, я понял.
Я понял, что вы добиваетесь. Вы хотите, чтобы я вас просто зачморил, заштормил, да? Ну давайте. Теперь вправо поехали. Давайте, ну скорее, высовывайтесь оттуда. Так, так. Один полетел. Смотрите, так. Сейчас мы тебе все веселье обломаем, говно такое. Это прям как Родео, удержись на прицепе. И кажется, Билли выиграл. Нет у меня времени тут с вами дерьмом этим заниматься. Что? Что произошло? Все нормально. Опа, я знаю, что сделать нужно. Мы сейчас аккуратненько вот так соскребем его отсюда. Соскребем. Да, не получилось. Вот так. Вот. Сейчас, запрыгнем просто на него и будем ногами бить. Застрял, бедный. Женя, помоги мне, я не знаю, что происходит. Ты думаешь, я знаю, что происходит? Ладно, давайте отцепим прицеп на время. Что-нибудь с ним сделаем. Нет, нет, не это. Боже мой. Скорее за ним. А ну стой. Это настоящая ковбойская погоня. Вот я буду с ружьем ехать. Давайте тараним его. Не получается ничего. Стоп. Я устал, я не могу уехать дальше этого гребаного дома. Мы в самом начале выпуска. Вот. Оу! Боже мой, прижало меня. Мы сделали это. О, мы это сделали. Я знаю, что нужно сделать. Надо будет колеса найти поменьше для прицепа, потому что у него два задних вообще на земле не стоят, они не касаются. Возможно, весь корень проблем именно в этом заключается. Что ж, последний Билли в прицеп положен. Закрываем. Итого, мы потратили еще один день. Я не могу их оставить, я слишком люблю своих друзей. Как говорится, влюбленные времени не считают, да? Поэтому хоть 10 дней. Главное, что мы вместе. Теперь же мы едем покорять новые земли. Только сейчас подумал, что нужно было поставить колеса от той машины на прицеп. Я же хотел это сделать. А, ладно, пофигу, нормально все. Однако, трава стала еще зеленее. Смотрите! О, боже мой! Охренеть, все в траве! И она все больше становится. Погодите, там дом. Там какой-то дом, возможно, интересный. И впереди дом. Так, хорошо, поехали. Аккуратно, здесь даже камней не будет видно. Прям едем по траве, прикиньте. Ой, стой, тормози. Опа! Новый пассажир. Опа, убил его через стекло. Так, ты поедешь с нами, естественно. Да что такое? Я не знаю, что это. И почему так лагает все? Ой, как лагает. Давайте попьем, дедушка, водички. А, посмотрите, это же жесткие пролаги. Я не понимаю, почему так происходит. Сажаем Боба, теперь это Боб. И вот там еще какой-то дом большой впереди. Я не знаю, стоит ли мне на него отвлекаться. Потому что все эти дома уже потихонечку начинают себя дублировать. Ну, в смысле, они и так были одинаковые по виду. То, что я могу там найти, у меня все есть. Мне нужна только машина. Поэтому нет, не поедем. Нам нужен придорожный гараж, где мы сможем найти крутой автомобиль. Кстати, а это не гараж случайно? Поехали, посмотрим. Просто посмотрим, если не гараж, то проедем мимо. Слушайте, а это как раз-таки гараж, и там кто-то стоит. На крыше стоит кто-то. Неужели этот чувак стоит там? Билли? Да, это он стоит там. Все, давайте просто сбить его. Нет, он не хочет, чтобы я его сбивал. Подохни! Это гараж. Это то, что я искал. Это... Иди к своим друзьям новым. Опа. А где мой спидометр? Он что, вылетел? Когда это произошло? А, вон он лежит. Ладно, потом подберу. И еще один автобус у нас на пути повстречался. Да сколько вас здесь? Одни автобусы. Воу, стоп. Дорога-то вот она. А это тогда что? Я думал, она на дороге стоит. Ох, сейчас бы как-нибудь влетел опять куда-нибудь. Тут какая-то заросшая заправка. Стоит ли там останавливаться? Тут же тоже ничего нету. Нет, поехали. Поедем, как только возьмем нового пассажира. Он говорит, что другие меня убьют. Другие все в моем прицепе. Я хотел красивые кадры снять. И посмотрите, что произошло. Естественно, я наехал на какой-нибудь уродский камень. О, нормуль. Все, поехали. Нет. Держись. Вот. Фух, сели! Подснимать кадры, это очень опасно здесь. Посмотрите на эту скорость. Господи, у меня просто щеки назад от ветра. Ой, я потерял свой спидометр в итоге. Блин, надо было его прицепить. Смотрите, рассвет догоняет нас. А, как это красиво и как-то галлюциногенно немножко. Ну что ж, очередной день. Мы едем. Все хорошо.
Я ненавижу, когда все хорошо. Понимаете, мне нужен драйв. Не лонг драйв, а просто драйв. Должно происходить что-то сумасшедшее, чтобы я постоянно выпутывался из каких-то проблем, передряг. Пока что я их сам себе создаю. Причем не нарочно. Ну, некоторые, наверное, да. Ну, точнее, у меня лучшие побуждения, которые оборачиваются катастрофой, как правило. Вот, например, дорога уходит направо. Почему бы нам не сократить? Ой, вот, вы видите, вот, и вот об этом я и говорю. Об этом я и говорю. Не виляй хвостом. Не виляй хвостом. Все нормально. Главное, что мы не врезались. А теперь дорога уходит влево. Сокращаем. И там дом впереди. Нет, нет. Нет, нет. Давай, ты сможешь, игра. Ты выдержишь это. Вот, хорошо. Давай, давай. Есть! Как далеко его унесло, он просто продолжает лететь. Что-то автобус нас дрожит. Что происходит? Куда ты едешь? Стой! А, погодите. Это мы примагничиваемся обратно к прицепу, он же как бы к нам присоединен. Вот, это все еще наш прицеп. Да, мы раскидали немножечко. Ты откуда здесь взялось? Вернись обратно. Бочка, нет, стой. Пусто как-то теперь. Знаете, что я создал только что? Кажется, у меня вот такое ощущение где-то внутри. Не знаю почему, но, возможно, я держу этих ребят здесь насильно. И, возможно, они этого совсем не хотят. Да не, ерунда какая-то. Конечно же, они хотят быть со мной. Ой, а вот и бочка. Куда ты там катишься? Ой, я уж думал, потерял одну бочку. Нет, все на месте. Окей, у нас какой-то новый дом здесь. Хлам, хлам, хлам. О, хапчик есть. Пожрем. Водичка. Попьем. И едем дальше. Боже мой, я столько километров преодолел вообще без проблем. Слегка занесло, и вот что происходит. И с каждым разом это все сильнее, все страшнее. Все, погодите, погодите, может все наладится? О, боже мой, нет, стало еще хуже. Билли отшвырнуло куда-то вообще за пределы карты, походу. Что происходит сейчас с моим автобусом? Кто мне скажет? Кто мне скажет, что, блин, с ней происходит? Стоп! Все просто разлетелось. Сары! Сары решили улететь! Не дождетесь. О, блин, вообще все. Больше ничего нету. Остался только один Билли среди всех. Я тебя услышал, Билли. Я тебя услышал. Ты хочешь свободы. И ты не остановишься, пока не получишь ее. Я дам тебе ее, потому что я люблю тебя. Прощай. Прощай, Билли. Наш изначальный Билли с нами остался. Блин, это так грустно. Так, а вы куда намылились? Быстро обратно в автобус. Эту Сару мы вот так положим, она будет, знаете, как подушка для шеи, чтобы не затекала. Еще я понятия не имею, куда подевались бочки. Все напрасно, вообще все. Ладно, мы сбросили лишний груз. Я бы сказал, это был балласт. О, бочка! Я думаю, ей и в салоне автобуса будет хорошо. Блин, я не думал, что эта серия станет такой грустной. Мне так тяжело на душе. Меня друзья мои покинули. Бочки мои меня покинули. Но тут какое-то огромное здание впереди. С машиной. Тормози, тормози, тормози! С вполне себе неплохой машиной. Из кучи барахла, в том числе и нога для Сары, и еда еще дополнительная есть. И колесо. Ой, обратно оденься. И колесо. И еще патрончики. Объединим их. Сани здесь есть. Ладно, они нам не нужны. Опа! И вот это хорошо. И еще целая рука. Куча жратвы. Диски. Огромное количество конечностей. То есть, что получается? Отказавшись от прошлого, я приобрел что-то новое. Сама вселенная дала мне что-то новое. Давайте убедимся, что это новое нам подойдет. Что за движок такой стоит? Хлам. Пустой бак. Давайте попробуем подзаправить немножко. Ну вот, значит, у нас движок. Получится ли его поместить внутрь этой машины? Я очень сомневаюсь. Либо он огромен. Попробуем. Вставили. Окей, мы вставили. И давайте наполним охладитель. Вот у нас машина. Вот она открывается, двери у нее. Опа, нифига себе. Я этого не знал. Воу, смотрите. Смотрите. Какая машина. Она едет. Она перестала ехать. Почему? Все, снова едет. А, я, видимо, тормоз включил. Окей. Ребята, она едет как никогда. А значит, пришло время привести ее в порядок.
А это что такое? Погодите, это же... Это шланг, чтобы переливать топливо. Отлично. Смотрите, что я еще на крыше нашел. Калаш, у меня теперь есть калаш еще вдобавок. Давайте испробуем. Хорошо работает. Смотрите, это левая рука. Это совсем другая рука. Сара, ты где? Сколько можно тебе мучиться с одинаковыми руками? Пора это исправить. А, нет. Стоп, вот это правая рука у нее. И это правая. Блин. Ладно. Вот, должна быть со всеми конечностями, абсолютно полноценной. Вот, машина готова. А ты, Сара, готова? Конечно, готова. Ноги свои раздвинула. Давай-ка как-нибудь ты покомпактнее будешь. Куда она? Что? Куда эту ногу? Вот. И вот это тоже чуть надо как-то более аккуратненько, компактненько приделать к ней. Слушайте, кажется, оно. Кажется, это наша мечта. Она так не считает, она не хочет. Ну, кому какое дело, что ты хочешь? Ты сама поди не знаешь, что хочешь. Вот так вот. Ручки-ножки сложила. И на заднее. Есть! Закрываем капот. Пожалуй, дизель мы перельем. Блин, ну 3 литра это какая-то днина, по-моему, полная. Опа, еще маслица. Ладно, мы сделали все. Вот это мощь! Вот это мощь! Вот это! Что за звуки страшные? Это я их издаю. Я монстр! Воу! Теперь нужно все это барахло переложить, повесить летучую мышку, посадить изначального Билли с нами. Давай, давай, давай. Давай скорее. Нам ехать пора. Можешь хоть так садиться. Тебе все позволено. Ну а теперь, я думаю, можно ехать. Прощай, автобус. С тобой было весело. Но ты достал. Я решил послушать вселенную. Она сказала, брось прошлое свое. Оставь его и иди вперед. И жизнь преподнесет тебе что-то новое и увлекательное. Поехали! Звуки! Боль! Страдания! Билли сидит у меня на коленях. Что происходит? Почему нас так ведет жестко? Все нормально? Более чем нормально. Едем. Скорость 110. Тихо. Все нормально. Так можно. Машина. Что там сейчас вылилось только что? Я только что видел, что что-то вылилось. Я не закрыл. Блин. Ладно, там чуть-чуть совсем опрокинулось. Совсем чуть-чуть. Садимся, едем. Страшно жить. Скорее всего, это из-за Сары эти звуки. Смотрите, как мы быстро едем. Мы уже уехали очень далеко. И опять нас занесло. Я понимаю все прекрасно. Я знаю, в чем проблема. Во всех этих ужасных ногах. Они тебе не нужны. Ведь я должен любить тебя такой, какая ты есть. А не пытаться тебя изменить. Погнали. Надо хорошенько зеркало настроить. Вот это убрать. Все, погнали. Едем куда-то. По дороге жизни. Как это красиво. Мы мчимся прямо в закат. Вот и снова травка появилась. И мы подпрыгнули как-то. И необычайно весело нам мчаться по дороге в неизвестность. Огромное всем спасибо, что смотрели. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Мы добились всех своих целей, кроме последней. Это захватить НЛО. Если вы хотите увидеть видосы по этой игре еще или другие видосы, то подписывайтесь на канал прямо сейчас, ставьте лайк. И увидимся очень скоро. С вами был Юджин и всем пять!